Друзья, заглянул на стенд всеми любимого финского бренда Peltonen. И сейчас сможем с вами рассмотреть их лыжи. Вы видите, что с этого сезона дизайн с чисто красного поменялся на красно-черный. Про технологию этих лыж я вам уже подробно рассказывал. Наполнитель Nomex Core. Круто то, что я сейчас нахожусь на выставке. И если мы будем рассматривать лыжи с универсальной конструкцией, а также лыжи хардтреки для жестких трасс, то у них мы увидим черную скользящую поверхность. А вот если мы возьмем лыжи, так называемые wet snow base, для мокрых и влажных погодных условий, то у них скользящая поверхность снизу выполнена красным цветом. Так что если вы увидите в продаже лыжи с красным скользяком, знаете, это для воды. Peltonen по-прежнему не проводит никакой предпродажной подготовки, поэтому нету у них парафина. И штайншлифт на всех лыжах, скажем так, просто мелкая шлифовка. Это Supra X, верхняя модель. Вторая модель сверху называется Supra C, Supra C. И третья модель сверху называется Zenith. Давайте сейчас посмотрим палки. Все вы знаете, что Peltonen и Rex — это одна компания. И самая верхняя модель палок называется R1 Sprint. В отличие от R1, которая тоже верхняя, Sprint — это самая верхняя, потому что в ней еще больше карбона и она еще более жесткая. Хотя вот если я сейчас прилагаю усилия, то именно усилиями рук я не могу оценить жесткость, разницу в жесткости этих палок почувствовать. Но представитель утверждает, что Sprint — это более жесткие палки. Вторая модель сверху будет называться R1. Тьфу ты, вторая модель сверху будет называться R2. Просто верхняя модель — есть просто R1 и есть Sprint. А вот уже третья модель сверху называется R3. Если я попробую давить весом на R3, то здесь есть ощутимая разница. Это по-прежнему жесткие палки, но если смотреть на них, то видно, что они чуть-чуть играют. Эти же палки — просто максимальная жесткость. Сейчас мы с вами обойдем стенд по кругу и посмотрим классические модели от Peltonen. Технология Skin просто шагает по лыжному миру. Каждый уважающий себя производитель еще с прошлого года начал выпускать лыжи с системами камусового держания. Немногие фирмы, по-моему, только Matchus и Peltonen сейчас остались среди тех, кто продолжает использовать платформу от производителя Rotefella. И мы видим, что Peltonen для лыж с системой камусового держания предлагает Movie System, благодаря чему при помощи всего нескольких оборотов вы можете двигать лыжи по платформе. Ну и снизу наблюдаем камус. Если вы сейчас посмотрите вон туда, вон вдаль, то там вы сможете увидеть парафины, а на переднем плане знаменитые лыжероллеры Marve. Потому что центральная часть лыжероллеров Marve — это не что иное, как кусок лыжи Peltonen. Прошу не путать, Marve и Peltonen — это не один завод. Marve — это отдельный бренд, он закупает у Peltonen базовые части и уже у себя на производстве превращает их в лыжи-роллеры. Вот такие новости.